Привет, ребята, всем. Мы сейчас приехали выступать на дне города. И мы ищем Потерянскую, которая, видимо, потерялась. Алло. Вы вот так, да? Ну, давайте. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Я сразу при параде с одной площадки на другую, там все открытые, поэтому вот уже сквозь палатки. Мы еле-еле идем. Самое белое в толпе – это вот мы. Белое пятно. Потерянская очень потерялась. Те, кто скучал по Ольге, вот она. Она никуда не делась. Потерянская Ольга не потерялась. Девушки фабричные. Слушай, сейчас такой бум какой-то фабричный начался опять. Ностальгия. Реально ностальгия началась какая-то. Ну да, потому что такие вот перемены, и у людей там файлы такие, хоп, выходят, скакивают, всплывают. Секретные материалы. Наверное. Пишите в комментариях, из-за чего вообще вы стали вспоминать фабрику. 20 лет прошло, и вот опять вот решили все пересматривать, переслушивать. А? Ну-ка! О, эти уже едят. Ольга! Я всегда ем. Опять сегодня просто прекрасно приняли. Люди скакали под нее, хотя песня вот буквально несколько дней назад вышла. Эверест пели опять со мной. Приятно очень. Спасибо Авторадио. Принимали здорово, очень все профессионально. Сейчас мы на Муз-ТВ едем. Все отлично. Просто погода такая. Любовь-то какая. Я совсем не спала, да? Нормально. Красивые двери, пожалуйста. Я была в этом номере, я его знаю. Были, да. Это там со светомузыкой, тыры-пыры и так далее. А, это да. Круглый кровать. Да, да. Проведу вам экскурсию по этому удивительному номеру. Да-да. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Продолжаем. Гардеробная. Напротив здесь у нас что? У нас гостевой. Каза де баню. Ты хоть то, что сказал, понял? Как по-португальски. Душ, кабинка и сауна. В сауну мне нельзя. По здоровью. Основная ванна. Вот она такая здесь с джакузи. И вот это, конечно, самое крутое. Бильярдный стол. Можно играть. И пианино. Оп. Стол для заседаний. Всех можно сюда, музыкантов, пригласить, чтобы они заседание со мной проводили. Чем почуют. Так, макароны. Вот чего я ждала. Это такая вкуснятина, ребята. Вот еще печеньки тут положили. Фруктики, орешки. Барная стойка. То есть я могу вообще тут как бармен работать. Там кровать, там диван. Кровать вот такая забавная. И балкончик. Слышите эти благостные звуки? Угадайте, где я? Я
На море, конечно, да. Я в Турции. Кто следил за мной в соцсетях, знает, что мы сюда должны ехать выступать. Вот, я еще даже не ныряла, я только приготовилась это делать. Загорались. Ну, как сказать, я вообще не загорала. Я 50-кой мажусь. Мне нельзя загорать. У меня очень светлая кожа. Я так плавала, пряталась в бунгало. Ну, тоже отличненько так. И поела, кота покормила. Пойдем готовиться, как обычно. Они на ужин, наверное, все, да? Как действует Турция на людей, которые находятся в рабочем состоянии, потому что у нас же два концерта, ты не можешь расслабиться полностью, а атмосфера, как вы понимаете, полностью расслабляющая, умиротворяющая и отдыхающая. И ты вроде как такой еле живехонький, а ты понимаешь, что нет, нельзя расслабляться, нужно быстро делать дела, нужно на саундчек, нужно то, пятое, десятое, быстро накрасились, быстро волосы сделали. Бьют лежачего называется. Но ничего, я оторвусь после двух дней концертов. У меня целых пять дней. Здрасте. Приходите на концерт. Я что ли? Юля! Юлечка! Юлечка! Давайте, давайте. Здрасте. Ну, я накрасилась, называется. Валя! Юлька, ты что ли? Слышь, Влада, ты что ли? Люк? А, Люк? Привет. Привет. Надо же, ты не красный или так свет падает еще? Мне сказали, что ты сгорел опять. Нет, не сгорел. Нормально? А тебе как? Я весь насквозь мокрый. Я была на этой сцене в разные абсолютно года. Первый раз я выхожу, второй раз на бис. И главное дело, у нас все было запланировано. Влада говорит, мы всех предупредили, что после высоко у нас будет бис, если в сердце живет любовь. И тут вдруг мы уходим, и такой дискач. Я сижу в шоке, ребята в шоке, не знаю, что делать, люди орут. А мне Саша потом сказал, что там люди негодовали вообще.
просто, что их затыкали, можно сказать, музыкой. Оказывается, это тот прокатчик, как его Мустафа звали. Его зовут Мустафа, он по-русски вообще не понимает. И, оказывается, ему забыли сказать, его предупредить, что у нас будет бис. Так это ладно, если в сердце мы, слава богу, вышли, спели. Потом опять начали орать еще сильнее люди. Он уже поменьше музыку включил, но все равно включил. А люди еще больше давай орать. Я такая думаю, ну нельзя же так, потому что люди очень громко кричали. Ну думаю, ладно, пойдем синоптики еще раз споем. Я выхожу, они там вообще в таком восторге, что я вышла. Все к сцене ближе давай. Я говорю, ну что, я видела, как вам синоптики понравились. Я ее еще раз для вас спою. Теперь вы со мной. Они прыгали и пели песню от начала и до конца. Я в шоке вообще. Ребята, я запомню этот концерт надолго, если не на всю жизнь. Всем огромное спасибо, это было круто.